В Ново-Иерусалимском монастыре открывается выставка «Лето Господне 2012. Пасхалия». Так кураторы назвали экспозицию. Под сводами трапезных палат разместились иконы, церковные мозаичные панно, пасхальные яйца, выполненные из дерева и парафина. Всего более 80 работ, как молодых художников, выпускников иконописной школы при Московской духовной академии, так и широко известных мастеров Александра Царева и Александра Карнаухова, автора монументальной композиции «Вход Христа в Иерусалим». Известность этого автора давно вышла за рамки, за границы, вернее, России. Он работал в Ватикане, делал мозаику для кафедрального собора в Тбилиси. Его работы украшают храмы Москвы и Подмосковья.